Уральцы жалуются на отсутствие остановочных павильонов и знаков для общественного транспорта. Ранее мы уже не раз говорили об этой проблеме, но жалоб стало еще больше. В редакцию нашего телеканала обратилась диспетчер одного из автобусных парков. Она заявила, что в новых микрорайонах города по 1 и 33 маршрутам нет условий для остановки автобусов и высадки пассажиров. О том, что здесь остановка 10-й микрорайон, нет никаких опознавательных знаков, ни дорожных знаков, ни остановочного павильона. Об этом можно догадаться лишь по близстоящему транспорту. Водителям первого маршрута приходится высаживать людей на обочине проезжей части. Ни остановочного павильона, ни знака, указывающего участникам дорожного движения на автобусную остановку по улице Самау, нет. Пассажирам приходится ожидать автобус под открытым небом. Для водителей это тоже вызывает ряд неудобств. Пассажиры жалуются, ну что они сделают? Они приходят, садятся, уходят. Что им? Это нам проблемно. Нам здесь вот на дороге. Сейчас, не дай бог, какая-нибудь машина заедет, и кто виноват? В такую же ситуацию попали водители и пассажиры 33 и 5 маршрутов. Отсутствие дорожных знаков в микрорайоне ЖУДЭС создает предпосылки к ДТП. Диспетчер автобусного парка заявляет, что неоднократно обращались с этим вопросом в отдел ЖКХ, но результата нет. Когда посадка-высадка, у нас проблема. Знак остановочный знак нету. Если мы остановим в неположенном месте, будем виноваты. Особенно, когда ДТП. Гаишники скажут, с какой стати вы остановились. Знака нету. Вот как нам доказать в таком случае? Тем временем, по словам специалистов отдела ЖКХ, в городе не хватает свыше 200 остановочных павильонов. Но до конца текущего года установят лишь несколько. Ссылаются при этом на нехватку бюджетных средств. Работа сейчас проводится. После определения будут уже устанавливаться данные знаки. Сейчас не могу сказать, что до конца текущего года, потому что там знаков много где нету. И не только именно по Московской, там и по другим улицам тоже есть, где нет этих знаков. Стоит отметить, что сроки выполнения работ по установке знаков и остановочных павильонов так и не обозначили. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.